Давай опять на большого. Еще одного командира. Ты успеваешь, Ванрова. Поставим шкаф с умением остальных. Дискон был или меня просто выкинуло? Что потом трэш бьем? Покупатель.
Сейчас я камни перекину. Я ДЦ. Да. Каски кто бафает? А я вообще бафает и каски. Лак вижу висит. Бафф, давайте. Каску пока туда. Рога еще надо в рейде или нет? Конечно. Нет, вот этот Джерем. Че? Говорю, ты идешь на футбол. Какой футбол? Ну. Тот самый. Говорю, Рога надо рейдить, с чем он в шестой пати? Не-не-не, мужики. Надо. Тебе надо. Горите в огне хозяина. Охренеть. Ой, а если будешь босса танчить? Всех ДПС 11к, смотрю. Я первую копию, троп вторую. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Чё вы бьёте там, что я не знаю? Можно еще лапку, пожалуйста, помогу. Можно точечно. Спасибо.
Ну давай, начинай. Приехал. Классная фраза. Второй копий сакру. Блин, мне еще кого-то красный камень на СПД. Да, у меня есть. С собой нет. Либо заберу тебя. Есть у Клаймена красный камень на СПД готовый. Нет. На лошади. Мои братья гибли один за другим. А я спрятался. Алекс сразу выбрала достойных своих. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Зарит. Слуги! Обратите их в пепел! Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Фолга, ты умеешь? Это вообще диспелил когда-то? Проклятие Спрейда. Ну, по дисплею. Да, сейчас так и сделаем. Так, Айоши будет холи на вас. Блани, ауры, печати. Вот тьме остается хилить калк. Ой, не калк, фога, кокосина. Длинноухий. Святой Трешам Калк. Остается добивать гелема в четвертой пати. А сюрприз будешь танчить тьму. Я свет. Крейзи Сокс. Перед тем, как закончится первая фаза, крикнешь на ХП. Ну, подойдешь к паралайзу, крикнешь на ХП, потом зайдешь во тьму. Когда вторая, на третью фазу будет остальной рейд выходить в свет, тоже крикнешь на ХП. Так, Килика, будешь диспилить третью фазу Бога Тьму. Первую Друлей фазу. Друлей Макро, стоп, спалить не буду. Оливерка, в какой ты пати? А третья пати где бьет? Свет. А где вообще РДД бьют? На первой пати остается во тьме. Жри, СПД, мурки, фырки. Слышали? Во тьме будет два приста. По команде даем дим на ману, ставим тотем прилива. Вот. Чек на пул.
Четвертая пати големов добивает, да? Да, четвертая пати големов добивает. Дэйв. Джерри, он тут. Я тут, секунду. Дэйв, ты на третьей фазе кинешь СС на Калка. Чек. Фласка на ДД, есть у кого? Дайте Горн. У меня есть фласка на ДД. Горн. Подожди, Олег, не запускай. Сейчас, подожди. Зелье коту зачем, ну ладно. Мало ли. Лоб поменяй. Форму сменить. Сейчас, секундочку, напишу на ком ЕП. Я. Короче, никогда не танчил свет и никогда не релил с БДК. Давай, начинай с физ. На три метку. Трешан, выноси метку. Клёна подальше отошли, сейчас метеор. Убежали. Убрать в босса. Кризис Окс, выноси метку. Киллы, диспельте, диспельте череп. Чего не диспельте? Можете кружочек побить, обдотать его, маги присты. Пога, выноси метку. Вот правильно, выносишь диспель, возвращайся через хвост. Давай, спринты, кожу прожимай. Нет, а я еще выноси метку. Жалко из видимости. Хальон, играем. Жизнь СПД метка. Сразу заходи БДК, за ним рейд. Жизнь СПД диспельте. Лем с него немного диспельте. Юнт, Оливерка, заходи во тьму. Юнт, Оливерка, во тьму. А, Оливерка, стой. Клаймен кому ману дает? Ну ладно, я понял. Мобильный хил должен был оставаться. Добивать големов, но наплевал на это все. Зашел во тьму. Юнт, выноси метку. Теперь придется бить целую вечность двух големов. Кружочек добейте, чтобы Холи пал, отрегенил ману. Клаймен кому ману дает? Ты сейчас зайдешь и дашь ману. Выходите, если добили. Клаймен ультрашами, бомбочка длинноухому. Все, стойте. Обновляй. Поле пал подальше. Сколько процентов? 55. Кашка, это будет 51. На незыблемость не буду отдавать, отдам просто кровату. Вот 52 51. Входите в свет. Остерегайтесь теней.
Где нам шмотку назад? Подъезжали метеор. Во тьме дали рост, в святой убьем только в големов и мелкий трэш. Бомбочка пометка. Играйте только большого голема. Алена, святой не бить. Большой голем бей. Я вижу. Дальше я не могу играть так. Падаем. Да, я прорыв не могу. У тебя такой трансмут или какой-то костюм у тебя? Трансмурф. На полипало штаны у него. В смысле трансмурф. Серебра, да. Разве скорости не больше? Задержка появилась у вас тоже? Да. Что, не хорошо? Выкинул вроде. Да, задержка, и висит все. Сервак повис. Да, ну как повис. Пинг в 10 секунд, короче. Даже больше разница. Нужно больше. X3. Да, это вряд ли в X3 дело. Задержка 14 косарей сейчас. У сервера. Наверное, это дождь, скорее всего. Все, выкинула? Да. Красиво. Айсфриз появился в центре почему-то. Я тоже появилась в центре. Почти, чуть-чуть. Странно. Наверное, решил побегать, пока мы висели. Сагрин.
Согрел. Блин, бой висит, и он не может нас убить из-за стены. Что, пацаны, какой вам класс? Нравится волк лучше всех. Какой классный класс. Достаю до него. У нас тут проблема. Мне кажется, надо выходить как-то отсюда, потому что и скидывать инст. Выходим, наверное, со стали. Можно умереть. Вот смотрите, от трэша можно умереть сбоку. Я лучше выйду. Блин, зачем? Я не хотела выйти. Спасибо. Вроде все, разбагался. США, мобильный хил, где вы там, мобильный, сходи, тебя же я в одного. Сколько надо ЛП давать в голема? Чтобы его не сагрили в течение 20 секунд, но если в рейде есть, это, как это называется? Поликрист? Блять, алок? То, короче, надо где-то дать 4 ЛП, но можно дать и больше, если перед этим вдарить в Халеона два раза смертельным ударом, то есть у тебя сразу отрегенивается 4 ЛП плюс кровоотвод, голем идет на тебя, ты отдаешь сразу 5 и просто не паришься, обновляешь доты на Халеоне, бьешь Халеон ударом смерти, и голем на тебе по-любому не сорвется, ну как-то так, ну я так делаю, то есть типа перед големом у меня всегда 4 руны смерти. Смерть регенится от удара. Смерть. И лучше ДК поставить макрос на доты, чтобы обновлять. Чтобы ЛПшка и... Ну, короче, чтобы не тратить руну льда и нечестивости. Лучше крови Может кикнуть пока приста?
Что там есть в РК-1 какой-то ТД, желательно, прист? Кто ушел? Зачем прист? Рогу лучше. Кто ушел? Ровопроб. Ты херо знает, я только что пришел. Дессер есть. Заходи, давай, дорогой. Я бы зашел, но я не дома нахожусь. Представь. РК. Пусть фуриком зайдет и мырки-фырки пойдет в свет. У него ж армс, у меня нету этого фурика. А у него только один? Так пусть престон тогда пойдет, че. Кто-нибудь видел, сколько войд дал? Доберите его вару тут. У него слабый там вар вообще. Какая разница? Ну потом в халю. Мой он армс еще. Мой дамаг компенсирует его слабость, типа вообще. Не забудь, он армс, твой дамаг не компенсирует. Бля, ты не понимаешь, о чем я говорю. То, что он мне додамажит, додамажу я. Сколько войт сегодня на сурке дал Палу? Кто смотрел? Войт? Говорил, что пятнашку вроде. Да, он говорил 15, нет, да. 15 он дал на этом, на гневом морде. А, понятно. Дал 12. Почему у меня за прося такой маленький ДПС? Что это такое? Какой у тебя ДПС? А? Какой у тебя ДПС? Ну, так. Блин, там где-то 15 чем-то было, но мой максимум был 17-800, по-моему. Где, паладина? Не, престом. Паладина у меня нет ретрика. Каким престом дамажить? У преста 3 клавиши, все. Одень преста на крит, и будет все круто. Сделай ему 50 крита. У меня, короче, крита, сейчас скажу. А, блин, я же в ДЦ. Ну где-то у меня 43% крита. У меня 50%. Дэйв, дэшкраф. А сколько у тебя там хосты? У меня 1380 вроде. 1185. Не знаю, зачем хосты, типа, я вообще не втыкаю. Зачем? Мне уже напрягает, пускай, что пытка. Медленно. Метрика. Будет монориген. А зачем снова ретрику вешать КД? Может быть, на следующий РСК ретрика понадобится? Это последнее. Джерин, как ты дамажишь за пристаса 1100 чем-то хосты? Я вообще... Джерин 1 и 2 хосты. Кто другой пишет. Престу не надо хоста, вы о чем, ребята? Вы, ну не знаю, на этом сервере хоста не пашет. Тут вы, если вы соберете кап хосты Престу, это ничего не даст. Тут на этом сервере в реалиях надо Престу 1200 хосты. Больше это идет в ущерб, потому что на сервере хоста не пашет. Я кота даже перебил в силу. Не пашет тут хоста, забудьте о ней. Вам если не прибавит ДПС. Я одену кольцо с кораблей, при том, что у меня будет 6 ланы. И вставлю 2 камня на меткость. У меня будет 11% меткости. Слушай, ты даже камень на хосту воткнула, говоришь, что перебил кота. $13,000. Ни хрена она тут нормально не пашет. Джерри, он прав. А ни в чем что, он умер, что так мало задал? Он вылетал на сурке. А? А чё зиппер покидает гильдию? Что уже случилось?
Что за фигня такая? Это не Рексис? Да. Интересно. Олег, а что это такое? Даже не просто так. Да гополив. Гополив. Такая штука ГП, лив из-за ГП. Пипец, я в шоке. Что же вернуть из-за ГП? Да. Это еще у нас на Рексе сливает, да? Да, уже ливнул. Что это за фигня? Фига себе. А что у вас было вчера, а то поливали людей. И без прощания. Минус ГБК. Вот, вот. Жалко, что у него много персов есть. Жалко. Жалко, что он ливает. А от чего это все? Я же тебе сказал только что, ГП. Понятно. А сколько ему ГП-то дали? Что он ливает? 500, что ли? Войд пишет, что ГП у него нет. Наверное, за то, что я его кикнул вчера с рейда. За то, что он разлил лужу на пол комнаты и не был в РК при этом. Это в целка, да? Нет, это в РС. Что там? Ваня, я тебе Релла передал. Слышно меня, нет? Вот да. Сейчас, да. Давайте, сидут в тубах, давайте. Чё там не хватает, чек на пул. Игрушка, остаешься в свету, марки-фырки, во тьму идешь там. Игрушка, помогаешь мелкий трэш сливать, только не убейся сам. Дайте приставал, что там еще не хватает. Сейчас, наверное, мелкий трэш за несколько секунд сливается. Я здесь допад буду бережать для трэша. Джерин и еще этот. Ретри. Игрушка джиндом в листах, ты где вы там? Давай, такая иди на позицию. Слава тут. Давайте, все готовы, заходим за линию. Начинай. Руки нету, мелкого трэша, смотрите, не сдыхайте. Там три ханда зато есть, нормально все будет. Не спать. Бежим. Лужа в рейд, сейчас завернет. Или нет. Ставим метку на голем. Не забудь, четвертая пать остается бьет голема. Бежим. Смотрим, лужа будет литься, лужа в рейд льется, аккуратно. Подходим. Давайте бьем халеную, переводим его. Четвертая пать остается добивать, кроме лока. Давайте, играйте
по трэшу РД бейте больших пока. Тут этих. ДК заходи сразу, рейд заходим. Для мага и для совы поставили метку. Бога выноси. Фу, повезло, здесь я не сдох. Скажет. Оливерка, выноси, заходите. Куда? Оливерка, блядь. Заходите, заливайте инры своим шаманом. Следующую метку будем выносить за ту метку. Пропускайте лезвие и за ту метку. И к стеночке. Бога, за ту метку, подожди, лезвие пропусти. За... Да, блядь, правее, правее! Правее беги! Пиздец. МК будешь обновлять, нет? Зынывочки, гоните правее, там право, в этом влево. Нет, ну он же разворачивается лицом, когда несет к стенке. Зачем ты покинул тело, Фога? 52, готовьтесь, свет. Ну, 2 хила будете хилить, пробуйте. Дайте какой сегодня руки, паладины там что есть, дайте ей руки. После метки какой будем выходить. Какой шаман в тьме остается? Да хер его знает, длинноухи выноси, выходим в свет. Метка длинноухи, не в портал, блять, не в портал. Дайте рост свету. Юнт, выходи в свет, где ты там? Смотрим, метеорит цвету. Где-то бежим, падает. Давайте смотрим, как лужа будет разливаться. Лужа нормально. Так, вам руа выноси. Свет играйте по трэшу, рост во тьме дайте. Хватит, РДД большие, милики маленьких. Йорн, блять, обновим-ка. Кремен, резай бомбочку. Дима, не врывайся сразу. Не бил сразу. Смотри, ДПС 17к, ты чё? Кей сразу. Кремен, резай бомбочку. Дайте нам по нему каску лапку. Вот, метеорит сейчас будет, поворачивай на рейд, смещаемся, рейд. Добейте того мелкого. Смотрим лужи. Дайте под рулю хотя бы. Рейд две лужи. Аккуратно, не срывайте трэш. Сейчас будет жестко. Оливер. Свет играем только по трэшу, большие и маленькие. Оливерка, Оливерка, гимна ману, ультрашам тотем стах. Бомбочка, не вздыхайте, я прошу. Ай, дайте каску по коту. Так. Так, бьем Халеона, бежим. Тьма, стопните чутка. Давайте смотрим лужи, лужа в рейд, аккуратно. Два мира играйте, как обычно. Оливерка, выноси, сама себя диспел. Ох, давайте, бейте трэш. Бомбочка, как трэш тебя пропадет, резаешь вам руа. Свет только трэш бейте, Халена не трогайте. Давайте, РД большие, маленькие бьем. Вы за диспелы такие делаете, пиздец. Пиздец просто. Ладно, нормально. Давайте Халена не бьем, свету перебегаем. Он вообще-то у стены был, я сам себя диспелил. Просто так, смотрим лужа, лужа в рейд. Лужа в рейд, аккуратно. Бомбочка выноси, слава богу. Хоть не сдох. Давайте свет, только трэш бьем. Там, смотрите, во тьме сами как инеры там заливать. Я такой не смотрю. Гендер, выноси. Давайте Халеона бьем свету. Добейте трэш. Большого добейте. Сыграем по Халеону. Бежим.
Давайте последний этаж надо пережить, еще будет. Смотрим. Так, лужи в рейд. Аккуратно. Свет не бьем, Халёна. Свет Халёна не бьем. Кальк, живи, я тебя прошу. Давайте, большие и маленькие, играем. Свет, только трэш бейте. Свет, только трэш бейте. Бомба этот, игрушка, иди в этому, скажите, когда ему зайти. Свет вообще не бьем, Халёна. Ханты не бьем. Бежим. Так, перебежим, хилик отожгим на ману. Серк, минута, алло. Надо бить босс. Какая минута, там 40%. Давайте, напуливаем трэш. Привет. Давайте, напуливаем. Да все, падайте. Че падать? Давайте добьем босса. Не падать. Че там, мать, можно заходить? А тут уже все. 30 секунд берса. 7 лямов. Он отхилился просто еще. Подиспелить непонятно. Че там с диспелом-то не так было, когда я диспелил? Кот за тобой побежал и улетел. И маг тоже улетел. Маг улетел из рейда, в рейде стоял, тоже улетел. Так я у самой стенки был, там дальше уже некуда, там просто босс не в центре стоит. Они, видишь, ДПС смотрят, дальше уже не видят. Порать главное. По тьме, какой шаман идет вообще? Ты на ухе, походу. Да-да. Наверное, вспотел. Давайте, подходите. Бэров нету, ничего нету, фулбаф даем. Давайте фогию скажем. Значит, когда лезвий нет, ты выносишь метку вот, перпендикулярно линии голова хвост босса. О, нормально. Ну, не нормально, надо было за ту метку нести, там оливерка не так вынесла метку. Перпендикулярно морде хвосту мост? Ну, чё, блин? Перпендикулярно линии хвост голова. Ну, вот как босс. Всё, я поняла. Ладно, давайте. А когда есть лезвие, то ты бежишь с ней вместе с лезвием. Я просто давно не играла, что вы? Что там, Карик, подходи. Дайте там, нам пэт оставим. Слушайте, когда я говорю там стоп ДД или не стоп ДД? Где я говорю стоп ДД? Там тьма, бейте всегда, если не скажу там тьма стоп ДД, а свет, если я говорю, то это стоп. Лучше лема, наверное, в свет, а десера во тьму. Ну, я думаю, у меня тоже не будет так сливаться. Что-то что? Да я думал, что у меня тоже так будет сливаться. Будет, будет. А что, я лем поставил этот тотем магмы? Вообще офигенно. Ну, давай, пробуем. Игрушка во тьме, ЖСПД в свет. И что там, давайте чекапу. Надеюсь, дал помочь, поставь, что метки какие-то надо. Кальк, кальк, бомбочка. Кальк, краска, ты будешь готов. Чё? Давайте, все готовы, начинай. Метку к хвосту выносим. Бэшки-фэрки. Через хвост возвращайся, сама сядь, спал. Смотрим, падает. Лужи. Нормально. Близко возле Халёна не стойте.
Это чтоб нас овешал. Ну, думаю, уже заливать будем массами. Бежим. Там вар. Нормально, вар. Давайте смотрим. Лужи, рейд. Дардру, ресы, морки-фырки. ДК, не заходи. Жди, пока лужи пропадут. Дардру, ресы, морки-фырки. Идем на той стороне. Резко. На рейм остаешься во тьме, ДК заходи сразу. Давайте заходим, рейд. Ого, ты когда у тебя БР? Я его резнул. А, ну поднимай туда ты, наверное. Он КД. Встаньте во тьме в печеньку, чтобы вас лезвие не убило. Пога выноси. Вот правильно сейчас мне. Да это неправильно, это Биби не понес. Ну, изначально начал бежать правильно. Реверка выноси. Назад. Заходи, да? Заходите. Давайте по ходу движения лезет там. Фо, смотри, как будет сейчас метки выносить. Ультрашам, смотри, как он выносит, пускает шарик и выносит. Чтобы его лезвие не убило и не достало. Ты что, жрец ПД во тьме останешься? Ламруа выноси назад. До самого. После метки будем выходить. Минусным хилом залейтесь, не заливали. Хилика выноси. И выходим в свет. Время, сколько там БРК, да? 4 секунды. 10 секунд. Ресы, мерки, фирки, он где-то тут валяется, ламруа выноси. У нас игрушка в свету. Это нормально. Все, мерки, фирки тоже в свету будет, останься. Там жрец ПД в тьме, бежим, падает. Бежим далеко, бежим, хильте паралайза. Смотрим, лужа в рейд, аккуратно, не вздыхаем. Блок выноси. Он тебя-то убивает. Не знаю. Ты же на ну, ладно, бомбочка, ресай калька. Быстрее дайте Альверка, гимна хп, дай быстрее. Секунду. Альверка, гимна хп, давайте. Да, все. Что цвет у вас сильно. Материальность. Чего вы там во тьме не дамажите? Уже там 5 ДДшников осталось. Как мы так перевели? Нам Эдрик вышел в свет, и ШП остался в свет. Там 2 ДД было во тьме, или 3 максимум. Падайте, да? Ты там Элем остался, ведь нету, да? Ну, значит, что... Ты на минус один ДК получается же. Вместо как мырки, допустим, живет. Ну, кто-то зайдет на... Попало, я рогой зайду. Нормально с наполом все будет? Нет, с наполом сейчас нормально все будет. Давай, игрушка во тьме будет, СПД, свет выходи. Он написал. Давайте, вставайте. Олега, ресните, Сри, заходи. Ку-ку-ку. Да. Ты вылетел? Да. Там было 3 ДД во тьме. Прист же шумер. Он должен был во тьме оставаться. Он умер, а игрушка вышел в свет. Ну, проблема, там остался. Четверо.
Голем остался, да, ему же сказали, останься в мире. Все равно 4 дамагера. Вместе 5.